Говорят, что ленивые люди живут меньше, чем активные. Наша программа о спортсменах, а эти люди вообще не знают, что такое лень. Это спортивно-музыкальный фестиваль Z Games. Друзья, мы, братья Борисенко, расскажем вам, какие существуют экстремальные виды спорта в Украине, да не только. Братан, у меня для тебя есть маленький сюрприз. Ты знал, что я люблю сюрпризы? Нет, я знал просто то, что ты любишь двухколесные. Именно с этим мы свяжем твое ближайшее будущее. Я в предвкушении. Давай, пойдем попробуем. Нужно для того, чтобы забраться на ту горку и прыгнуть, да? То есть, если ни разу никогда не прыгал. Ну, для первого это решительность, наверное, немного бесстрашие и все-таки уровень катания. Я, к примеру, хочу кататься на велосипеде и выбираю между BMX и MTB. Что ты предложишь? BMX плюс тем, что многие трюки легче делать, а на MTB то, что больше контроля в воздухе, так как он побольше и чувствуешь себя побезопасней. Сейчас мой брат будет делать такой трюк под названием Bunny Hop. Это был Bunny Down. В общем, Bunny Hop — это когда едешь, ты просто подпрыгиваешь. Сейчас Вовка пытается сделать. Он очень жалуется, что когда он заезжает на бордюр, ему приходится сначала переднее колесо поднимать, потом заднее. А сейчас мой братиш научится делать все сразу же. А, ты видел? Ты видал? Да, чуть-чуть, давай еще. Я вот издевался над своим братом, а получится ли это сделать у меня? Ну что, понравилось? Да, это было что-то с чем-то. Лучшие люди делают лучшие подарки. Спасибо, но это не моя заслуга, это заслуга Z Games. Здесь всегда происходит что-то невероятное. Ну что, друзья, а мы с вами прощаемся аж до следующей встречи, где расскажем вам о других не менее интересных видах спорта. Пока. До встречи.